Скажіть, будь ласка, що вас спонукало до створення цього фестивалю? Ідея була такова, щоб об'єднати творчих людей міста, щоб стати дружніше, щоб це було цікаво. Ми вирішили зробити фестиваль, щоб зібрати всіх в одному місці. Це замечательний повод пригласити ще гостей з інших містів. Тобто фестиваль – це система для мене об'єднання творчих людей, для того, щоб зробити красивий праздник. Чому ви вирішили проводити фестиваль саме в Аникеєво? Ми вибрали село Аникеєво, Лісова пісня, це Маловисковський район, живописніше місце. Як художник, скажу, я там був на етюдах, і оттуда, там дуже своєобразна аура, дуже красиві пейзажі, тобто, і от ці от ставки. Кроме того, как потом я столкнулся, оказалось, там очень куча легенд связана с этим местом. Это чувствуется, там есть своя энергетика очень сильная. Скажите, будь ласка, какие сюрпризы чекают на глядачів на вашем фестивале? Сюрпризы самые неожиданные будут. Во-первых, будут присутствовать настоящие мавки. Они выйдут прямо из леса. Будет огненное шоу. Что оно из себя будет представлять? Это не традиционный фейерверк. Это будет совершенно другое зрелище. Кто приедет, тот увидит и не пожалеет об этом. Скажіть, будь ласка, які мистецькі заходи будуть відбуватися протягом фестивалю? 27 числа от обласного музею. Тобто це акція в рамках акції обласного музею, ежегодної акції. Буде проводитися іменно спеціально в цьому місці, буде проводитися пленер, на якому будуть участвувати наші кіровоградські художники, також гості будуть з інших областей. В течение 5 днів пишемо етюди, які потім, я думаю, гості фестивалю зможуть побачити на фестивалі. Пленер закінчується фестивалем. То есть это будет подарок тоже художникам, которые эти места, так сказать, запечатлеют на своих холстах. Вариантов было много изначально. Хотелось, во-первых, место, чтобы не было привязано слишком близко к городу. То есть у меня есть желание собрать там людей, которые хотят приехать. Приглашаются все, но доедут те, кто хотят. Природой создан амфитеатр, то есть став акустику, звук, и будет отличное звучание. А дальше оно льется, этот звук льется по речке, то есть он выходит с этого амфитеатра и выливается в речку. То есть замечательное место. Мы делаем ставку на то, что это должна быть авторская песня, то есть это должно быть личное творчество человека. Мы не будем на нашем фестивале крутить известные хиты, ну то есть если это и будет что-то, то это будет в единичных экземплярах, только так обдуманно и основано. В основном мы хотим показать нашу творческую элиту. То есть я обращаюсь к музыкантам, они сами отзываются, так, я буду участвовать, я еще помогу, я вот этого приведу, мы вот так сделаем, то есть... И это все обрастает. Мы изначально думали, может быть, это будет там на 50-100 человек, какой-то наш вот междусобойчик. А сейчас смотрим, звонят те, звонят оттуда. То есть идея, она не рождается ниоткуда, она витала в воздухе.